а пока попрошу Бежо будет делать, давай знаешь, что сделаем? Мы один раз так пели, Давид. Помнишь, Бемойгоне, когда ты хорошо, классно сыграл на пианино, а я спел. Тоже, по-моему, струна порвалась и что-то случилось. Помнишь? Почему ты меня глаза не смотришь? Я говорю, ты помнишь, что такое? Если что, что-то другую песню придумаем. Хочешь? Глаза смотри. Эта песня «Мимо Уигона» — одна из наших первых. Благодаря этой песне, в принципе, мы познакомились с молодыми, с волосатыми, с Бежой, с Пугой. Знаете, да, как они пришли к нам? Вместе. Да, вместе, кстати. Один журналист пришел, ну, там, детские интервью, я обожаю интервью, когда мы давали интервью глянцевым грузинским журналам, было время такое. И там очень интересные всегда вопросы, знаешь, типа, а почему он сказал «Ребин»? Она типа, а вы профессиональный музыкант или нет? И, конечно, вопрос, а как вы собрались, знаешь? А Гуга спрашивает, типа, а Гуга, ты как появился? Он говорит, ну, только, мы с Бежо пришли. Он такой, а, с Бежо? Кто такой Бежо? Вот Бежо. А Бежо был тогда молодым, волосатым, не в плане здесь. А в душе он всегда волосатый. Это песня «Мимо Уигона». Давид, смотри мне в глаза и сыграй, как в последний раз. Не зря же я тебя учил, ну, в смысле. Короче, он консерваторию закончил, так что покажи нам консерваторию.
будете знать? Нет? Сзади? Справа? Наши песни, что не спеть мне одному. Мне так хочется здесь много и успешно. Просыпаясь, помни, для кого живу. Ты пообещай мне дальше плыть. Только ты и я вдалеке. Танцевать с тобой, дарить ему руку. Это все, что есть. Это все, что есть. Все, что есть. Все, что есть. Это все, что есть. Все, что есть. Давай, давай! Меня, что не забудешь, пообещай. Thank you.
escura marisa, fruta saboniza, agada um quantida, da boa suíta enxuída, pronto escura marisa, da boa suíta enxuída, pronto escura marisa.